К другим темам. Парки и торговля – две вещи несовместимые. Решили в администрации Саратова и приняли соответствующее постановление. К вопросу подошли принципиально, вплоть до сноса незаконных магазинов. О ликвидации одного из них в нашем следующем репортаже. Сначала вручную разбирают конструкции изнутри, выносят стекла, потом примутся за стены. На пересечении улицы Раховой и Рабочей принудительно сносят ларек. Саратовская гордума запретила располагать объекты торговли в парках и скверах. Поэтому по окончании срока аренды владельцы таких магазинов обязаны съехать. Этот объект подходит по всем статьям, но хозяева долго сопротивлялись. Располагается у нас в зеленой зоне, земля и стекла. Было исполнительное производство от 2005 года. То есть в течение 10 лет данный объект размещается здесь незаконно. Срок аренды мини-магазина кончился еще в 2005 году, но судебная тяжба затянулась, дошло до Казанского арбитражного суда. Теперь и он встал на сторону мэрии. Здесь торговали пивом, и чиновники уверяют, что местные жители, гуляющие с детьми мамы, не раз жаловались, мол, на лавочках засиживаются компании. Прохожие реагируют на снос магазина по-разному. Хожу часто, захожу не часто, не знаю, мне все равно. Я не считаю, что он выбивается из общей картины. То есть все равно удобно для горожан? Когда да, я считаю, что удобно. Я считаю, что было бы удобно зайти и купить какие-то продукты. Правильно, что снесли. Слишком народу, много пьяных. Здесь, ну, все-таки вот зона отдыха. Я считаю, что он не нужен здесь. Следующий кандидат на слом – похожий павильон на пересечении улиц Рахова и Шелковичной. У него тоже истек срок аренды, и продлевать его администрация города не намерена. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.